Когда бы послан был я на планету, где нет ни жизни, ни лесов, ни рек, с возможностями суперчеловека, я б создал мир, где счастлив человек. Я не воздвиг бы белый дом и храмы, чтобы оттуда управлять толпой, а вместо городов и улиц главных я дал бы людям сделать выбор свой. Желаешь в лес, резвись между деревьев, желаешь в поле, место выбирай. Земля да склеп, лес, дом и быть с любовью, или шалаш в нем тоже с милой рай. Так в зеркале стремлений и желаний был отражен бы мир мечты моей. Без мертвых слепо в мир смотрящих зданий и загнанных в самих себя людей, где б не спускались тоненькие нити, и главный кукловод творил сюжет, где б каждый мог свободно и открыто внести свой вклад в божественный проект. Ведь мы, по сути, есть в Творца частицы, отправленные в мир творить добро, не закрывать, а открывать границы и всюду сеять мир, стирая зло, и не бродить усталыми по свету, разыскивая правду и покой, и не мечтать о розовой планете, где есть желанный всеми рай земной. И не мечтать о розовой планете, где есть желанный всеми рай земной.